Подъем по тревоге. В студенческом общежитии химуниверситета на улице Садовой в среду прошли противопожарные учения. По легенде, задымление обнаружил охранник в кабинете заведующей на первом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники дублируют сигнал в 01 и пробуют потушить очаг собственноручно. Пожар не потушен. В это время студенты покидают здание общежития. Успешно эвакуировано 250 человек. Мы сквозь сон услышали пожарную сигнализацию, быстренько собрались и вышли и побежали к корпусу. Время эвакуации зависит прежде всего от площади общежития, от этажности. Поэтому зданию можно сказать, что время эвакуации должно составлять не больше 5 минут. Сегодня время показало, что студенты из здания общежития были эвакуированы в течение 4 минут, то есть по времени они справились. Сейчас на территории Ивановской области управление МЧС проводит операцию «Общежитие». В начале февраля горела студенческая комната на улице Ташкентской. Тогда никто не пострадал. У этого здания на Садовой деревянное перекрытие. Возгорания здесь особенно боятся, поэтому студентов четко инструктируют, что можно, а что нельзя. Да, у нас есть приказ по ВУЗу о запрещении курения в общежитии. И студенты, в общем-то, эти правила соблюдают. Также есть приказ ректора о запрещении пользования электроприборами в комнатах. То есть на сегодняшний день работа с студентами ведется и выполняется студентами эта задача. По оценке специалистов, учения прошли благополучно. Спасенные студенты вернулись в свои комнаты. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.